Да, ты посмотри, он не достает. Вот что значит самый мелкий, самый наглый. Прямо на арбуз встал и стоит, жрет на арбузе. Он уже и в тазике покупался. Помнишь, Михаил Светлов? А, Это уже второй Михаил год. Светлов. Муж тут выпустил утят. Вот в этот вот. Пересадили их. Треугольные, как это называется-то, Леш? Вольер треугольный, Кореечкой называют. треугольная переноска. Там уже постояли, теперь вот тут постояли, двигаем все время, где трава. А сейчас вон он их просто выпустил. Да, я забыла поздороваться. Всем добрый день. Давно ничего не снимала, просто даже некогда. Это вообще. Слушай, ну он вообще не растет. Я не знаю, что за дых. Растет? Не знаю, доходяга какая-то. Это вот они. Это один вывод от 8 июля. Видите, какой мелкий. Прям мелкий. Леш, ну есть вон другие девочки, но они покрупнее. Он не может так отличаться. У меня на смене было, приехал, он вытянулся хорошо. Ну ладно. Селезней могу продать. А девочек, вот думаю, наверное, себе оставить, потому что у меня наши девочки старые, вот те вот их родители. Ну, папашу поменяем, у нас этот селезень молодой. Мы уже меняли его в этом году. Даже не то, что поменяли.